Видео подготовлено сайтом онлайн.гдз.ну. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 46 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Приведи отрезки А, Б и ДЕ так, чтобы они пересекались. Итак, проводим отрезок А, Б и ДЕ. Обозначим, что это отрезки точками на конце. Обозначим их буквами. Отрезок А, Б, Д, Е. Обозначь точку пересечения буквой О. Какие еще отрезки получились на чертеже? Запиши их обозначение. У нас получились отрезки АО, ОБ, ДО и ОЕ. Какие еще отрезки можно провести? Можно провести отрезок АЕ, ЕБ, АД и ДБ. Какие фигуры получились? У нас получились многоугольники. Запишем их название и обозначение. Итак, у нас получились треугольники. АОД, АОЕ, ЕОБ, БОД ДЕБ. А, Д, Б, А, Е, Б, Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.